Дал ребенку телефон поиграть. Вот итог, разбит экран. Тут только экран под замену. Делаем. Нам понадобятся отвертки, медиатор и лопатка, проклейка и, конечно, дисплей. Не забываем про прямые руки. Выкручиваем нижние болты. Пластиковым медиатором аккуратно отщелкиваем дисплей со всех сторон. Теперь мы можем открыть iPhone. Откручиваем болты защитной пластины и снимаем ее. В первую очередь отключаем аккумулятор, чтобы обесточить устройство, затем шлейф и дисплея. Подключаем новый дисплей и проверяем его. Чтобы полностью проверить работоспособность сенсора на заблокированном устройстве, зажимаем клавишу и вводим пальцем по экрану. Звуковой сигнал не должен прерываться. Теперь нам нужно снять датчик в сборе со слуховым динамиком со старого дисплея. Удаляем транспортировочную пленку. Переносим динамик на новый экран и закручиваем его. Кстати, это самый маленький болтик в современных айфонах. Его место здесь, рядом с датчиком. Новый дисплей собран и готов к установке. Теперь нам нужно удалить остатки старой проклейки и грязь с корпуса. Для этого используем ватную палочку, вымоченную в спирте. После того, как корпус зачищен, берем новую проклейку и устанавливаем ее. Подключаем все шлейфы и ставим на место защитную пластину. Конечно же, прикручиваем ее. Защелкиваем дисплей со всех сторон и вкручиваем обратно нижние болты. Осталось проверить датчик приближения и выдать телефон клиенту.